Закон о детях войны, о котором так давно говорилось в Астраханской области, наконец-то был принят. Первым в соцсетях его разъяснил заместитель председателя Совета депутатов города Ахтубинска Сергей Заблоцкий. Сегодня мы решили встретиться с ним лично и узнать, кому теперь будут выплачиваться региональные льготы. Сергей Владимирович, здравствуйте. Ну, расскажите, что это за закон, благодаря которому у нас в регионе появилась новая категория льготников, как дети войны? На самом деле это не новый закон, а поправки уже к существующему региональному закону о мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан Астраханской области. Инициативу по детям войны внес исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов, данный, который направил в региональный парламент соответствующий законопроект. Хотя идея сама не нова, потому что с этой же идеей выступали и наши ахтубинские областные депутаты. О необходимости таких поправок высказывались и наши ветераны. И вот 26 марта 2019 года данные поправки в этот законопроект областной думы были приняты. А кто относится к данной категории? Льготу попали граждане, рожденные в СССР в период с 10 мая 27 года по 9 мая 45 года включительно. То есть, иными словами, это те граждане, которые во время Великой Отечественной войны считались детьми. В связи с обретением нового статуса, на какие именно льготы могут эти люди претендовать? И вообще, о каких суммах здесь идет речь? Законом предусмотрено ежемесячное пособие на оплату проезда в размере 352 рубля. Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 456 рублей. Также денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива при условии проживания в домах, не имеющих центрального отопления. Это раз в год в размере 313 рублей. Единственное, что я хотел бы обратить внимание, это то, что эти выплаты положены людям с доходами ниже прожиточного минимума, установленного для Астраханской области 9581 рубль. Ко мне очень часто после принятия поправок приходят на прием граждане, мне приходится пояснять, там, в чем же разница. Поэтому хочу сказать, что это пособие не компенсация за услугу жилья, ЖКХ и проезда. Они выплачиваются без подтвержденных документов. То есть, если раньше граждане должны были тратить деньги, а потом начали компенсировать. Здесь просто при подтверждении документов, что вы являетесь, попадаете под статус «Дети войны», соответственно, что вы просто по факту получаете эти пособия. Но такие выплаты носят заявительный характер. А вот для этого наши граждане, жители города Ахтубинска, должны обратиться в Центр социальной поддержки населения, чтобы написать соответствующее заявление и получить разъяснение и предоставить необходимые документы. Такой вопрос. В Астраханской области до принятия поправок по детям войны уже существовала категория льготников, дети погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной, которые уже получали какие-то определенные меры господдержки. Это у нас получается более узкое понятие, и в связи с этим для них будут дублироваться льготы новые? Дублироваться не будут. Да, действительно, в настоящее время часть, о чем вы говорите, получали компенсацию. Но речь шла о тех детях, чьи родители или без вести были пропавшие, или погибли во время Великой Отечественной войны. С принятием этих поправок сейчас все дети войны в одинаковом порядке будут получать эти компенсации льготы. Но теперь с принятием поправок льготы будут получать все дети войны, доходы которых не выше критериев нуждаются. То есть 9 500 рублей. И в заключение, с какого времени ахтубинцы, которые относятся к категории «Дети войны», смогут уже рассчитывать на соцподдержку и смогут за ней обратиться? Как сказал председатель областной думы, что данные поправки вступают в законную силу с 1 апреля. То есть уже в настоящее время жители города Ахтубинска могут обращаться в Центр социальной поддержки для оформления данных льгот и получения разъяснения. И хотелось бы обратиться к жителям города. Если действительно у кого-то на сегодняшний день есть какие-то вопросы, приходите на Андреева 9, и мы будем разъяснять и оказывать всякую помощь. Сергей Владимирович, спасибо большое вам за беседу и за разъяснение.